Что ты будешь держать? Вот так. Вот так. Дорогие друзья, литературный клуб «На полевой» представит свою новую программу «Книга моей жизни». Начиная с сегодняшнего дня и до конца августа перед клубом «На полевой» стоит большая и ответственная задача показать творчество наших авторов на концертной площадке «Летняя академия». Проект «Открытой летней эстрадной площадки для выступления артистов разных жанров» открылся в 2015 году. За прошедшие 9 лет, только 2 года во время пандемии, этот своеобразный летний театр не работал. В этом году мы здесь будем выступать уже 7-й сезон. Много ярких, запоминающихся видео выступлений наших авторов хранится на нашем YouTube-канале «Видео News 100». Но особенно запомнилась наша программа августа 2017 года, посвященная 60-летию Московского фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Этим летним сезоном мы снова представим наши таланты. Сегодня на этой площадке будут выступать Мария Куприянова, Вера Серецова, Лариса Елисеева, Елена Новикова, Татьяна Смоленская, Ольга Мирина, Галина Сонарова, Елена Борейко. Кого я сегодня не назвала? Себя. Ольга Руденко. Так. Когда? Да. Можно уже сейчас? Так, подождите. Еще. Себя. Лана. Нет, погоди, погоди. Валентина Преображенская. Нет, спасибо. Будете сегодня? Нет, я не готова сегодня, извините. Достаточно. Уже достаточно сказали. Спасибо.